Максим Давыденко приехал в смену из Воронежской области. В Бутурлиновском педагогическом училище уже 3 года учится на дизайнера. Стать художником мечтал с детства. С раннего детства люблю рисовать, люблю что-то придумывать, люблю что-то раскручивать, что-то, не знаю, кому-то какую-то идею предлагать. Мне это нравится. Группа Максима получила конкурсное задание сделать новый проект фестивальной площади, которая находится на территории Федерального детского центра «Смена». Идея проекта у молодых специалистов появилась сразу. Уже сделаны первые предварительные эскизы. Мы сделали проще. Мы убрали некоторые объекты, которые мешали этой площади. Деревья, там, лишние здания, которые просто не нужны. И поставили вместо них какие-нибудь простенькие объекты, например, клумбы. Оставили некоторые деревья, которые понравились бы будущим детям. В этом году смену посетят представители ведущих строительных компаний России и ближнего зарубежья. Они проведут мастер-классы, где расскажут о современных системах, технологиях и методиках выполнения внутренних и внешних строительных работ, в том числе по ландшафтному и интерьерному дизайну. Ребята проявят себя на 10 строительных площадках, каждая из которых расположена на территории детского центра. Мы внедряем инновационные проекты, маркетинговые технологии. Да, мы даем возможность на смене за это небольшое количество период времени понять, как образовать свою компанию, как ее наполнить профессиональными кадрами. На торжественной церемонии открытия образовательного форума участников приветствовали генеральный директор Федерального детского центра «Смена» Евгений Нижник, руководитель Союза молодых строителей Александр Моор, депутат Госдумы, заместитель председателя антикоррупционного комитета Анатолий Выборный. У ребят будет возможность обсудить не только проблемы бизнеса, но и узнать о законодательных инициативах противодействия коррупции, в том числе и в строительной сфере. Именно здесь закладывается и коллективизм, и профессионализм, и адаптация к внешней среде. И главное, они здесь получают новых друзей, с которыми они будут идти по жизни. Через 3 недели будут названы имена победителей смены, а также выявлены лучшие проекты, которые будут предлагать и рекомендовать регионам для реализации.